Их работа – работа над собой, над приемами, над силой, над скоростью. Режим и жесткая дисциплина. Спорт в их жизни приносит скорее травмы, чем здоровье. Ведь это профессиональный спорт ради побед и ради страны. И сегодня свои заслуженные награды из рук главы государства получили призеры недавних азиатских игр, прошедших в индонезийском городе Джакарта и крупнейшем городе острова Суматра – Палембанг. Прежде чем приступить к церемонии награждения, Сооронбай Жээнбеков тепло поприветствовал 19 спортсменов и их тренеров, а также чиновников от Госкомспорта и правительства. 20 спортсменов вернулись в Кыргызстан, заняв призовые места. Благодаря вам гимн Кыргызстана прозвучал на международной арене. Гордо развивался флаг нашей страны. Впервые на таком сложном соревновании с сильными соперниками из 45 стран наша страна завоевала 3 золотые, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вашей победой гордятся все кыргызстанцы. Хочу выразить особую благодарность каждому медалисту. Туракану Багынбайулу, который принес первую золотую медаль в копилку Кыргызстана. Дарье Масловой, завоевавшей и золото, и серебро. Айсулу Тыныбековой, которая своим неустанным трудом не раз высоко поднимает знамя Кыргызстана на международной арене. Акджол Махмудов, самый молодой наш спортсмен. Кыргызстанцы надеются на твои будущие победы и на Олимпийских играх. Помимо слов благодарности, за принесенную стране победу глава государства поименно обратился к ребятам, отмечая, что каждому из них победа далась нелегко. И здесь, на родине, это видели и оценили. И только благодаря стремлению к победе, приложив непростые физические усилия, подчеркнул президент, эти 4 девушки и 15 парней, стоя на пьедестале победителей, заставили миллиарды людей увидеть кыргызский флаг и услышать кыргызский гимн. Каждая схватка, каждый старт и каждый рывок заставлял родных и близких, тренеров и болельщиков с замиранием сердца следить за ходом выступления до самого финала. Я помню весь забег. Я смотрел, как ты там боролась. Ты там показала действительно характер, целеустремленность, железную волю к победе, как у нас говорят. Когда такое напряжение было, тот забег, такое напряжение было, когда оставалось где-то 150-200 метров, вы 4 спортсменки отделились. 3 смугленькие и беленькая наша Дарья. И мы все стоя болели за тебя. И когда выходила на финишную прямую, когда был разворот, ты как ракета вырвалась вперед и в гордом одиночестве сама финишировала. Мы были рады. Мы стоя аплодировали. И у всех были слезы на глазах. И у меня тоже были. Мы были рады. Я тебя поздравляю. И второй забег. Если было бы еще время для отдыха, ты бы взяла еще одно золото. Но это серебро мы приравниваем как золото. Ты молодец. Эту белокурую девочку, хрупкую, но неимоверно выносливую, знает вся страна и за ее пределами. Легкоатлетка Дарья Маслова принесла нашей стране сразу 2 победы. Тот забег, о котором с такой гордостью говорил глава государства, был на 10 тысяч метров. Пересекая финишную черту, Даша показала результат в 32 минуты 7,23 секунды, обогнав таким образом 10 спортсменок из других стран. А вот на дистанции на 5 тысяч метров соперница из Бахрейна пришла на 12 секунд быстрее. Маслова оказалась второй. Мои тренера меня готовили к предстоящим стартам, к условиям готовили. Было очень жарко, душно, влажность была большая. Соперники были сильные, но мы готовились на 2 дистанции. Тренировки выполняли такие, что будем бежать 2 дистанции. Отдыха было мало. Ну, конечно, победа и серебро далось мне тяжело, в тяжелых условиях. Ну, ощущения, наверное, многие видели, то, что были слезы, слезы были радости, то, что я еще как бы не осознала то, что я выиграла. Будем дальше тренироваться, а потом уже тренера будут сами решать, на какие, да, соревнования мы поедем. За свои 2 победы Дарья получила не только спортивные награды, медали по итогам забегов. По возвращении домой ее ждала заработанная премия в размере 2 миллионов сомов. А еще орден «Данк». Такую же красную ленту и денежное поощрение в размере 1 250 000 сомов получил Туракан Багынбайулу. Чтобы добраться до финала, 23-летнему джитсеру пришлось одолеть сначала спортсмена из Туркменистана, затем тайского бойца, и в решающей схватке со счетом 2-0 он победил соперника из Объединенных Арабских Эмиратов.
Каждый спортсмен перед соревнованиями настраивается на победу, на золото. И, конечно, мы поехали с хорошей подготовкой и большим желанием победить. Конечно, Бога молили, чтобы помог нам достигнуть хороших результатов. Думаю, нам это удалось. Орден «Данк» из рук президента стал настоящим сюрпризом и для вольника Магомеда Мусаева. О том, что сегодня спортсмена ждут на вручении наград, для него было неожиданностью. Борец вольного стиля уже через пару дней уезжает на очередные соревнования в Венгрию. Примерно столько же дней назад он приехал в Кыргызстан из Ингушетии. Там проходят его тренировки. Дело в том, что Мусаева пригласили выступать за сборную нашей страны. Было это еще в 2010 году. Сам он родом из Малгобека, города в республике Ингушетия. За этот период он принес не одну победу Кыргызстану. У меня практически я в прошлые азиатские игры тоже серебро взял, то же самое было. Я то же самое с одним и тем же соперником встретился. Ну, по-своему все тяжелые. Легких побед не бывает. Я вообще не ожидал, что именно сегодня у нас будет встреча с президентом. У нас через пару дней выезд на чемпионат мира в Венгрию. Ну, готовился я, да, не расслаблялся после азиатских игр и поехал сразу на сборы в России, готовился. Сейчас, я думаю, что лучше, чем было. Медаль я должна получить только через 2 месяца. У меня, если честно, немного смешанные чувства. Поверю в то, что победа стала моей, наверное, только тогда, когда медаль окажется у меня в руках. Но официально нам сообщили пока только то, что Кыргызстан получит еще одно золото, без других пояснений. Больше всего за исход схватки Айсулу переживал ее тренер, ведь он, как никто другой, знал о ее физическом состоянии. Спортсменка просто не успела оправиться от турнира в Турции и полученной травмы руки. Нурбек Азабеков уже 10 лет тренирует сборную нашей страны по женской борьбе. Признается, что для этого прежде всего нужно понимать женскую психологию, ведь девушки – создание нежные, а их спорт довольно жесткий. Женская борьба в нашей республике развивается, и в течение 10 лет мы показали довольно высоких результатов по разным возрастам, по юноше, и по молодежи и, естественно, среди взрослых. Что касается молодых девочек, они являются неоднократными чемпионками Азии, чемпионками мира среди молодежи и призерами мира среди молодежи и кадетов. И эти девчонки на сегодняшний день показывают результаты на взрослых аренах. И действительно, среди его подопечных, кроме Тыныбековой, в призерах Мерим Джуманазарова и Медет Казайпири. У обеих бронзы. Вторые, третьи места есть у нас по греко-римской борьбе. 2 бронзы по дзюдо у Артура Тё и Владимира Зулоева. Столько же и в Пинчак Силат. Денежными премиями также награждены тренеры и врачи, готовившие тактически и физически наших ребят к играм. Елена Яковлева, Бакыт Кошалиев, НТС.